Привет, друзья! Сегодня на обзоре у меня будет еще один советский дозиметрический прибор. Это индикатор ионизирующих излучений DRSB-88. Это очень простое и не особо интересное устройство, спроектированное на малочувствительном счетчике SBM-21. Но я не мог его не купить, потому что эпичность данного прибора никак не ниже, чем у советских военных рентгенметров. Шутка. Осмотр предлагаю начать с коробки. Она очень классная. На 100% советская упаковочная коробочка. Тут все просто. Картон, бумага, дизайн из СССР и одноцветная печать. Указано наименование прибора. Индикатор ионизирующих излучений DRSB-88. Технические условия изготовления. Информация о гарантии, дата выпуска. И также стоят штампы ОТК. Что такое DRSB-88? По классификации приборов, D это значит дозиметр. R говорит, что прибор измеряет мощность экспозиционной дозы. S это смешанное излучение. Значение буквы B мне неизвестно, но вероятно это от слова бытовой. Ну а 88 очевидно год разработки. Внутренняя картонная часть выдвигается. И вот перед нами сам индикатор, завернутый в руководство по эксплуатации. Давайте сначала познакомимся с руководством. Оно очень интересное, и пропустить это нельзя. На первой странице мы видим информацию, что DRSB-88 предназначен для обнаружения радиоактивности в условиях быта. В комплект должен входить сам прибор, элемент питания А316, это современный тип 2А, упаковочная коробка и руководство. Правда, в моем комплекте элемента питания не было, хотя комплект был новый, запечатанный, и до меня не вскрывался. Оно и к лучшему, потому что батарейки 90-х годов обязательно бы вытекли и испортили прибор. Технические данные. Время работы в условиях естественного фона не менее 300 часов. Это, я так полагаю, при условии использования старых советских батареек. А современными элементами прибор должен работать в несколько раз дольше. Габаритные размеры 130 на 40 на 25 мм, а масса не более 70 грамм. Срок службы индикатора не менее 8 лет. И это очень даже неплохо, хотя понятно, что ломаться там особо нечему. На второй странице у нас очень интересное описание индикатора. Оно не просто интересное, оно эпичное. И давайте я зачитаю его полностью. Индикатор выполнен в виде портативного носимого в кармане одежды прибора и предназначен для обнаружения радиоактивности в условиях быта. При включенном приборе наблюдаются отдельные звуковые сигналы от естественного фона, случайным образом распределенные по времени, несколько раз в минуту. При приближении к месту радиоактивного загрязнения или источнику ионизирующего излучения частота сигналов возрастает, что отчетливо воспринимается на слух. Чем выше уровень излучения, тем чаще следуют сигналы индикатора. Такая зависимость позволяет быстро отыскать место локального загрязнения, в том числе в продуктах питания, утерянный источник, щель в защите рентгеновской установки, место вкрапления радиоактивной породы в строительных материалах стен, потолка и тому подобное. О таких находках следует немедленно информировать ближайшую санэпидемстанцию для проведения профессиональных измерений и принятия в случае необходимости дальнейших мер. Я когда это увидел на фото в описании прибора, я сразу же его купил, потому что нормальное такое бытовое использование дозиметра в СССР. Найти утерянный источник, радиоактивное пятно в стене, щель в рентгеновской установке. Вот ни разу я еще не видел такое описание, тем более от бытового прибора. Тут сразу же в голову приходят воспоминания о радиоактивной квартире в Краматорске. Причем, что удивительно, в более поздних руководствах такой необыкновенный текст убрали, и прибор сразу стал неинтересным. Следующий пункт у нас – подготовка к работе. Здесь все максимально просто. Установить элемент питания и включить. Техническое обслуживание – все понятно. Оберегать индикатор от ударов, пыли и сырости, ну и так далее. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
И на последней странице у нас указан изготовитель прибора. Это Кыштымский радиозавод, расположенный в городе Кыштым Челябинской области. Указан серийный номер индикатора и дата выпуска – март 1992 года. Несколько штампов УТК, проверка, перепроверка. Город Кыштым у многих на слуху. Наверняка и вы слышали про Кыштымскую аварию 1957 года, когда на химическом комбинате «Маяк» произошел взрыв емкости с высокорадиоактивными отходами. В результате была загрязнена огромная территория, которая получила название «Восточно-Уральский радиоактивный след». В общем, именно в таком замечательном месте, спустя 30 лет после аварии, был разработан этот суровый челябинский индикатор. И вот он у меня в руках. Корпус черного цвета с желтой маркировкой. В центре эмблема Кыштымского радиозавода. Внизу название модели ДРСБ-88. Здесь всего один орган управления, это выключатель. Сверху расположен световой индикатор под красным колпачком и отверстие звукового излучателя. На задней стороне имеется клипса для крепления прибора на одежде, а также крышка батарейного отсека. Вставляем батарейку. И включаем прибор. При работе прибор издает звуковые и световые сигналы. Поскольку здесь используется малочувствительный счетчик SBN-21, то частота этих сигналов очень низкая. У меня при нормальном фоне в среднем получилось 4 импульса в минуту. Причем иногда это может быть 1 импульс в минуту, иногда 6 или 8. И это очень неудобно, потому что надо долго ждать, чтобы понять, работает прибор или нет. Никакой иной индикации включения у него нет. Больше ничего, кроме как щелкать и вспыхивать, прибор не умеет. Ни стрелочных, ни цифровых индикаторов нет. Поэтому определить мощность дозы хотя бы приблизительно здесь не получится. Однако щелчки здесь правильные, аналоговые, как и должны быть у счетчика Гейгера. Правда, они довольно тихие, но зато не будут раздражать лишний раз. Световые вспышки также правильные, ламповые, поскольку используется не какой-нибудь светодиод, а нормальный газоразрядный тиротрон. Если присмотреться к корпусу прибора, то вот здесь мы увидим вдавленные ребра. Это место расположения счетчика SBM-21. И понятно, что в данном месте стенки корпуса более тонкие, чтобы пропускать внутрь бета-частицы. Ну, как видите, ДРСБ-88 не балует нас частыми импульсами, поэтому давайте подсунем ему что-нибудь более радиоактивное. Начнем с уранового стекла, это бета-излучатель. Сигналы становятся немного более частыми, но все-таки слабовато. Давайте возьмем тогда ДП-63 с радиевой шкалой. Тут прибор уже начинает радоваться. А меж тем ДП-63 только лишь по гамме выдает 6 миллирентген в час. А бета плюс гамма условно порядка 12 миллирентген в час. Ну и чтобы индикатор показал себя во всей красе, нужно воспользоваться источником от ДП-2. Видимо, для поиска таких предметов в быту и был предназначен ДРСБ, согласно задумке разработчиков. Давайте еще посмотрим, как он работает в темноте. Ну и осталось разобрать индикатор, чтобы посмотреть его внутреннее устройство. Для этого необходимо сдвинуть клипсу. Под ней находится крепежный винт.
Также половинки скреплены защелками. Внутри находится небольшая плата с деталями. И как видим, устройство индикатора довольно простое. У него есть схема питания на основе транзисторов, повышающий трансформатор и умножитель напряжения на диоде и конденсаторе. Сам счетчик SBM21 вот такой маленький. Длина его рабочей части всего 16 мм, а диаметр 6 мм, поэтому он и малочувствительный. Вот для сравнения SBM20. SBM21 предназначен для регистрации жесткого гамма- и бета-излучения. Для меня это очень интересно, так как я впервые вижу прибор с таким счетчиком. Импульсы со счетчика идут напрямую на индикаторный тиротрон МТХ-90 и звуковой пьезоизлучатель. Давайте я воспользуюсь прибором в темноте, чтобы посмотреть, как красиво вспыхивает тиротрон. Ну, понятно, что DRSB-88 вам будет актуален только в одном случае, если вы часто гуляете по местам радиоактивных загрязнений, потому что для нормальных условий чувствительность индикатора очень низкая. И, конечно же, если бы я не увидел фото руководства, я бы этим индикатором не заинтересовался. А так, при цене 700 рублей, я считаю, что для коллекции и для истории это просто замечательное приобретение. Ну что же, всем спасибо. Как всегда, прошу поддержать канал лайком и комментарием. До новых встреч!